Руслан Израилович справится с задачей, которая стоит. Тем более ему довольно сложно. Есть коллектив, который начинаешь поднимать с нуля. А этот коллектив, он здоровый. Он в лидерах, как в округе, так и в стране, в десятке. Поэтому задача, как сейчас Илья Макарович сказал, именно сохранить те традиции, которые есть, и продолжить эту преемственность.